фрукты, овощи у всех свои. Что Олег пачкает, она жопку, блин. Ты давай-ка там машешь. Наоборот, сейчас не надо мазать. И она ведет одновременно 5-7 проектов всяких. Вот этих вот благотворительных. Я сказал, значит. Вот, в общем, у нее все движухи, но она не может ничего дать. Да. Я такие, не, если бы тебя был, не беру, у девочки днюха, короче. Во, видишь? Я как-то... Во, он и не любит. Я не люсь и не пью. Работаем мы с переработанной стеклотарой. Это пивные бутылки. Мы их у себя в мастерской отмываем, очищаем. Далее мы их колотим. Колотим мы их вот такие бочки. У нас есть разные цвета. Соответственно, выглядит это вот. Обычные расколотые бутылки. Далее мы засыпаем их в нашу печку. И повесить петель. Пышнее надо. Подбыть. Хорош. Подбыть. Существует художественное стекло, которое стоит довольно-таки дорого, около 500-600 рублей за килограмм. И, соответственно, есть стекло, которое лежит у нас просто под ногами. Мы решили этим, ну, попробовать его расплавить, потому что каждое, ну, не каждое стекло можно расплавить, чтобы оно было удобоваримого качества. Попробовали, получилось, попробовали с ним работать, тяжело, но можно, и так начали развивать эту историю. Слушай, а микрофон-то все, да, снимаем? Пока ты даже не копаешь. С другой стороны, например, до школы ездили, нам зарплату ни копейки не заплатили, один чел, который... А ты, вот, а вы мне что-то про лицо делали? Я в твою сторону сделал. Про лицо? Да. Она созвонила мне, приедет в неделю. Грета? Угу. Люди живут, они адаптируются. Им надо дать грантов, они творят, что хотят. Ну, тоже такое. Мы научились в процессе работы со стеклом, с бутылочным, мы научились смешивать цвета. Соответственно, вот это вот, если вы обратите бирюзовый цвет, мы получили, когда насыпали прозрачных сначала бутылок, смешали немного зеленого и синего, добавили все это вместе, и вот получается. Мы первопроходцы, потому что ребята, существует ребят, такая техника в стекле, как малирование. То есть, когда складывают кусочки стекла, например, испекают его между собой, получаются картины, часы, например. Может быть, видели, сплавляют бутылки так, что получается тарелка из бутылки. Но получается расплавлять прямо вот до исходного состояния и сделать его изделие не пробовал пока никто. И мы попробовали, все получилось, мы очень этому рады. Есть стекло, есть коробка. Коробка стекла очень быстро остывает. С ним надо очень быстро работать. Поддерживает, им везде тоже дают зеленый свет. Да, так и нужно. Непонятные. То есть как бы. Да наоборот, там... понятно. Они все равно, ну, как бы взять уголечки, это прикольно. Когда мы получили первые три и принесли сюда, и просто выложили, чтобы сфотографировать, все три сразу же купили гости, которые просто их увидели, сказали, мне надо прямо сейчас. Мы еще даже не знали, сколько это будет стоить, и они просто кидали в нас деньгами.
Я особенно рад, что мы нашли ребят, которые делают из переработанного стекла, потому что для нас в целом идея переработки и какого-то ответственного потребления такая довольно большая и важная. Вот. Поэтому, на мой взгляд, все как-то очень, очень срослось в итоге органически.